Любил писать у нас товарищ. Был страшный бой у Вовы с тенью, его заклинил выска. Пробитый пималюкс эфери, враг задохнулся от хаха. Ползя в грязи, подумал Вова, что враг коварен и силен. Но раз не мог чечен представить, что с Вовкой будет драться он, скрипя зубами, рвя ладони, Володя полз вперед к нему, а сзади Саныч шел спокойно, с тарелкою неся еду. Володе стало очень грустно, никто не видел этот бой. И чтоб себя уж не обидеть, он сам состряпал наградной. И в нем, как в бешеном рассказе, он описал судьбу свою, как он один в Чечне заставил боевиков бежать в горы. И раскаляя свои грезы, чтоб не попасть совсем в просак, еще на две награды Вовка придумал кровяной рассказ. Его кукушка сотрясалась от взрыва в голове, в очках воображение рисовало. Всех бой ведет в последний раз, но как-то раз судьба Володе преподнесла подарок свой. И после энной заварушки Володя стал совсем другой.